Трехэтажное здание на пятой просеке практически готово принимать учеников. Это первый корпус новой школы на 600 мест в Октябрьском районе Самары. В эксплуатацию его ввели еще в конце прошлого года. Сейчас завозят мебель и спортивный инвентарь. Как оснащают школу, проверила глава Самары Елена Лапушкина. С апреля здесь откроются кружки и секции. Начнутся занятия по дополнительному образованию. Для этого есть все необходимое. Большой актовый зал, яркая столовая и спортзал с настоящим скалодромом. Вот сейчас проверили дооснащение, которого не было раньше. Вы сами видели, какие прекрасные спортивные залы, как оформляется у нас сцена, как у нас оформляется актовый зал. Поступила мебель окончательно уже из столовой, поступила мебель окончательно во все кабинеты. Мне кажется, школа получается просто изумительной. А тем временем по соседству возводят второй корпус этой школы. Он рассчитан на 850 мест. По проекту здание состоит из 5 блоков. В 3 из них залили плиты перекрытия первого этажа, то есть фактически первый этаж готов. А в 2 других блоках завершаются работы по возведению стен подвала. Этот корпус, включающий в себя и детский сад, возводят по нацпроекту образования. Ввести в эксплуатацию его должны до конца этого года. Идет строительство детского сада и на улице Подшипниковой. Раньше здесь был садик ведомственный от Минобороны, но теперь на этом месте возводят абсолютно новое здание. Дошкольное учреждение возводят по нацпроекту «Демография». Технологически здание разделено на 2 части. По первой части уже сегодня началась укладка плит перекрытия первого этажа. И с последующих дней начнется возведение стен уже 2-го завершающего этажа этого здания. По второй части сегодня завершаются работы по возведению стен фундамента, и уже также началась укладка плит перекрытия подвала. Новый детский сад будет рассчитан на 112 мест, 20 из которых ясельные. Работы на стройплощадке не останавливаются даже в сильные морозы, поэтому все сроки соблюдаются. Дошкольное учреждение тоже введут в эксплуатацию до конца этого года. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Константин Головин. События.